Есть вот такая бутылочка из-под кваса белорусского. Квас ничего. И самое главное, у него интересное горлышко. Оно идеально подходит вот в такой переходник. Прям плотненько-плотненько зашло. Вам остается загнуть эти края. Конечно, получилось не то, что хотелось. Какая интересная штука получилась. В принципе, бортик нужен, чтобы ее внутрь не продавило, и больше он никакой нагрузки не несет. Вот и все, инжектор готов. Есть вот такой прекрасный насосик. Название его произносить не буду. Фирма такая специфическая. Вот, производительность у него, по-моему, 600 или 800 литров в минуту. Этикетка уже подралась. Качает как бешеный. Так, что у него тут? Стерлось. Вот 800 литров в минуту производительность, качает 50-ю трубу. Вот, отлично подходит пожарный шланг. Такой игрушечный инжектор получился из тройника канализационной трубы, пластиковой бутылки. Сейчас проверим, насколько сильно он заузился и как он вообще будет бить. Нормально, да? Привет. Пока попробуем так. Ну что, проверим. Нормально работает.